Будаўнічыя арганізацыі в области набылі вялікі вопыт. У апошнія гады рэалізавана немалая колькасць праграм. Праектуюцца новыя дамы, малочна-таварныя фермы, сучасныя мікрараёны, аб'екты сацыяльнай і гандлёвай інфраструктуры. Труд строителя – это очень важный труд на созидание. Это те люди, которые своими руками делают настоящее и делают для нашей страны будущее. День будаўніка – это свято людей многих профессий, связанных с ганаровой миссией – архитекторов, дизайнеров, муляров, отделочников. Это необходимая и поважная праца, якая запатрабована грамадством. У Гомельской области налічваецца более за 20 тысяч працовников галіны. Дякуючи им, наш регион має сучасний вигляд, а тысячи сім'ї – утульное жилье. Вклад каждого строителя, он особенно важен, потому как те введенные дома, объекты жилищного строительства, энергетической инфраструктуры, объекты социально-культурного быта, они долгие годы будут приносить нашим людям радость и уют. Более за 50 выдатников службы были узнагороджены гоноровыми грамотами и поддяками. Завершил мероприемство урочистый концерт у выконания артистов белорусской эстрады.